Встреча военных на Брещине после долгих тактических учений на российской земле стала по-настоящему теплой, несмотря на официальный характер. Торжественная музыка, радостные крики «Ура!», хлеб, соль и цветы – традиционные атрибуты чествования военнослужащих после нелегких испытаний. В этом году учения имели ряд особенностей и новшеств. Но и с этим справились опытные солдаты и офицеры Брещины. Был ряд особенностей по готовности техники российской. Мы выполняли стрельбы на российской технике. Один из дивизионов был в таком, скажем, мягко плачевном состоянии, поэтому пришлось много времени уделить восстановлению его, приведению в боевое состояние. Вот. Ну и плюс тренировки, ежедневные тренировки по слаживанию расчетов, особенно у 377-го полка и 15-й бригады. Плюс нами курсанты выполняли задачи Военной академии Республики Беларусь. Поэтому и тренировкам тоже уделялось много времени. Российский полигон Тилимба стал настоящей ареной военных действий как для белорусов, так и для россиян. Но несмотря на сложности, во время серьезных испытаний брестские военнослужащие показали высокий уровень своей физической подготовки и профессионализм при выполнении служебных задач. Это отметил и сам командир полка. Подготовлены были отлично, подготовка осуществлялась с самого начала учебного года. Вот. Ну и удача была на нашей стороне. Все благоприятствовало нашим стрельбам. И погода. Вот видите, сегодня мы привезли замечательную погоду в Беларуси. По прибытию в Забайкалье точно такая же погода практически была. Там каждый день один или два раза шел дождь, а так все время жарко, 30 градусов. Вот. То есть погода для ракетчика самая хорошая для работы. Удалось все-таки осуществить долгожданную мою мечту, это осуществить именно пуски на российском полигоне Тилимба. Конечно, любая работа сопровождается изнурительной подготовкой. Наш полк совершил массу подготовительных мероприятий, начиная в Беларуси и заканчивая с момента перемещения, находясь на самом полигоне, в подготовке техники. Поверьте мне, очень тяжело и, конечно, морально-психологическое состояние личного состава оценить и просто превозмочь какие-то возможности. На российской земле брестские военнослужащие проявили не бывалый профессионализм, за что здесь, в Беларуси, были награждены дипломами и почетными грамотами за участие в испытаниях на полигоне Тилимба в Бурятии. Товарищ капитан, быстрее вам получить майора, а это пока первая награда. София Бережная, Кирилл Липовик, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БукТВ.